Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня мы будем готовить очень вкусный, полезный салат из редьки дайкон. А соус к нему идет такой вкусный, друзья! Оставайтесь со мной и будем вместе готовить и вместе кушать. Всем приятного аппетита! Редька у меня уже 170 грамм очищенная и просто овощечисткой очищаем тонкими полосками. И таким образом поступаем с паприкой. Берите цветную, чтобы был салатик у нас красивым. Перец у меня толстый, и поэтому очень легко очищается. Но вот у меня маленькие красные, не получилось, поэтому я тоненько нарезаю ножом. Итак, друзья, давайте сделаем заправку. Берем в банку, кладем 3-4 чеснока очищенного, одно авокадо. Авокадо у меня маленького размера. Такой маленькой баночке мне будет удобно все это взбивать. Туда же отправляю я немного петрушки, укропа и шпината. Добавляю 1 или 2 столовые ложки майонеза, черный молотый перец, 1/2 чайной ложки, соль и оливковое масло 1 столовая ложка. По желанию можно еще добавить любимые ваши специи. Также я добавляю 1 столовую ложку лимонного сока и начинаю взбивать погружным блендером. Итак, наш соус добавляем к салату. Я добавила сначала 2 столовые ложки, все тщательно перемешала, и для меня это достаточно. Соус у меня еще остался, конечно, для другого салата или для такого же. По желанию можно салатик украсить сыром, у меня моцарелла и тыквенные семечки. Итак, друзья, посмотрите, какой у нас салатик получился. Вкусный, а главное полезный. Рекомендую всем приготовить. Всего вам доброго. Приятного аппетита, будьте здоровы и до свидания, до новых встреч!